Всем привет! Сейчас январь 2019 года, зима в самом разгаре, и мы сегодня приехали для того, чтобы познакомиться с новым проектом, который называется Marina Golden Bay. Это шикарная высотка от застройщика Global Top Group, которая будет находиться на улице Тепрозит. Это в Паттайе, естественно. Сейчас мы находимся на территории проекта City Garden Tower для того, чтобы показать вам шоурум, показать, как будет выглядеть будущий проект. Поэтому, если все готовы, начинаем! Как только заходишь в лобби City Garden Tower, сразу видишь награды, сразу понимаешь о том, что ребята строят давно, строят качественно. Ну и даже если посмотреть по сторонам, видно, что сделано все очень красиво, качественно, очень дорого-богато. Сейчас покажем вам City Garden Tower, покажем Olympus, то есть предыдущие проекты, а потом уже будем говорить о самой Марине. Этот проект называется Olympus. Это резортный комплекс, который находится здесь рядышком в центре Паттайи. На сегодняшний день практически полностью продан, процентов на 85. Самые недорогие квартиры начинаются от 2 миллионов 700 тысяч бат. За эти деньги вы получите односпальную квартиру около 25 квадратных метров со всей мебелью и техникой. Там, где мы сейчас находимся, это City Garden Tower. Он находится на третьей улице Паттайи. На расстоянии, ну, по прямой метров 600-650 до моря. Высотка со всей инфраструктурой, мы сейчас по ней прогуляемся, покажем, как это все выглядит. Но почему мы, собственно, находимся здесь? На сегодняшний день Marina Golden Bay – это просто поле, то есть это пресейл. На сегодняшний день это старт продаж. Шоурум будет построен чуть позже, но застройщик обещает, что квартиры Marina Golden Bay будут использовать те же самые материалы, ту же самую мебель и технику, что и в City Garden Tower. Поэтому мы сейчас зайдем и посмотрим, как выглядят уже готовые квартиры у этого застройщика. Как я сказал, проект запустили совсем недавно, и макет привезли только вот полчаса назад. Мы даже попросили не накрывать его защитным коробом, чтобы камера все заснять, чтобы он не бликовал. Итак, здесь у нас три корпуса. Каждый корпус по 50, высотой в 51 этаж. Вот здесь схематично отображена улица Тепрозит. То есть, если мы едем сюда, мы попадаем на набережную Джамтьен, если поедем налево, и если поедем направо, мы поедем в центр и на район Протамнак. Море идет со всех сторон. Начиная уже с 10 этажа, из квартир везде будет видно море. В общем, территория проекта – это 23 200 квадратных метров. По инфраструктуре на первом этаже огромная акватория с неглубокими детскими зонами. Здесь будет 10 000 квадратных метров торговых площадей, то есть будет мини-маркеты, прачечная, массажный кабинет. В общем, все, что пользуется спросом среди туристов. С 1 по 3 этаж в здании будет находиться крытая парковка. Инфраструктура идет с 4 по 5. Здесь будут располагаться в каждом здании фитнес, сауны, бассейны. Также бассейны задублированы на 27 и 28 этажах в каждом из корпусов. У жильцов без разницы, где вы купили квартиру, в каком из корпусов, можете подняться на любой бассейн, позагорать, покупаться, понаслаждаться видами на море и на всю Паттайю. Также вы видите, что очень много балконов, на которых есть озеленение. Это балкон общественного доступа по типу, как мы вам сейчас покажем, в City Garden Tower, то есть любой из жильцов, даже если вы взяли квартиру на нескольких этажах, вы всегда можете подняться на самый верх и со смотровой площадки посмотреть на город. На самой крыше, на 51 этаже, будет находиться бар под открытым небом. Опять же, он будет в открытом доступе для всех, то есть не только для жильцов Marina Golden Bay, но для любого из гостей Паттайи. Также у этого проекта будет своя отельная лицензия. Не каждый кондоминиум в Паттайе может этим похвастаться. Наличие отельной лицензии говорит о том, что здесь квартиры можно сдавать посуточно. В Таиланде кондоминиумы разрешено сдавать только на срок от месяца. Но при наличии отельной лицензии это можно делать посуточно. Сейчас застройщик подает документы на разрешение на строительство. Сама стройка начинается в конце 2019 года, и полностью проект будет построен и сдан в эксплуатацию в конце 2022. По макету у нас все. Сейчас пробежимся по City Garden Tower, покажем, какая здесь инфраструктура, и самое главное, посмотрим квартиры. Квартиры будут в Marina Golden Bay с такой же мебелью и техникой, то есть все по типу, как здесь. В City Garden Tower инфраструктура вынесена на третий этаж. Здесь бассейн, он разделен на две зоны. Глубокий взрослый и неглубокий детский лягушатник.
коммерческие площади идут, магазины, какие-то кофешопы, прачечная. И также здесь сауна финская, турецкая и спортзал. Сейчас до них дойдем. Здесь у нас турецкий хамам. Следом идет финская парная. Пахнет просто офигенно в парной деревом. И здесь спортзал. И все это у нас находится на третьем этаже. Как я уже сказал, квартиры в Marina Bay будут похожи на City Garden Tower. Отделочные материалы, обои, мебель, техника будет примерно такая же. Поэтому сейчас пробежимся, посмотрим вообще, как выглядят здесь квартиры, а потом уже будем говорить о цифрах и рассрочке. Начнем с кухни. Здесь гранитная столешница, плитка, вытяжка, очень много шкафов, шкафы с доводчиками. Опять же, сейчас пока идет пресейл, пока идет промоушен, весь пакет мебели и техники, он идет в подарок. Вообще он стоит порядка 200-250 тысяч бат. Так, ванна. Ванна сделана тоже очень красиво, и я просто смотрю, как это сделано в плане там стыков на плитке. Владелец компании, он по образованию строитель, и поэтому компания уделяет очень большое внимание именно качеству отделочных работ, качеству стройматериалов. Но ванна сделана красиво, честно. Несмотря на то, что она небольшая, она компактная, но сделана клево. Как и в предыдущих проектах, в квартирах с небольшой квадратурой они используют такие слайдинговые двери, чтобы не сжирало пространство. На самом деле очень удобное решение. Очень удобная штука. Так, здесь у нас опять же шкафы. Шкафов много не бывает. Здесь какие-то полки идут встроенные. Много встроенной мебели. Подушек маловато. Я бы еще добавил. Цветы какие-то. Чуть-чуть подустали цветы, но ладно. Во многих проектах новых делают прозрачную стенку, стеклянную ванну. Это делается для того, чтобы увеличить пространство визуальное. Решается это все просто. Сюда вон за 1000 бат вешается такая шторка, либо жалюзи. Ну, если надо, взяли, опустили. В подарочный комплект от застройщика по стандарту будет идти раскладной диван. Поэтому семья там, с ребенком, 3-4 человека спокойно может здесь разместиться. Очень правильное решение было убирать компрессоры с балконов. То есть здесь компрессоры от кондиционеров со всего проекта, они вынесены отдельно на торцевую часть здания, на фасад. Здесь, как результат для вас, балкон без компрессоров, то есть горячий воздух здесь не дует в лицо, когда выходишь на балкон. На сегодняшний день квартиры такой планировки в Marina Golden Bay будет стоить 2 900 000 бат. Ну, это уже с подарочным комплектом мебели. Рассрочка в проекте выглядит следующим образом. Сначала квартира бронируется депозитом 150 тысяч бат. Далее в течение месяца идет оплата 30%. Но опять же, не забывайте, что в Таиланде застройщики всегда идут навстречу клиенту. И учитывая, что это стройка, эти 30% можно разбить на несколько месяцев. Далее 50% покупатель оплачивает в течение всего строительства. Это привязывается либо к этапам стройки, либо к каким-то индивидуальным графикам. В общем, каждый раз оговаривается с клиентом. И последние 20% клиент оплачивает на момент заселения. Сам проект будет построен у нас в конце 2022 года. Мы зашли в соседнюю квартиру, она угловая, здесь 45 квадратов. Ну и чисто визуально уже чувствуется, что квартира больше. Мне очень понравилось, как они здесь сделали кухню. Более того, они сразу установили здесь духовой шкаф, что, кстати, редкость. И мне очень нравится, что они здесь сделали окно. За счет этого стало чуть светлее. Но мне кажется, если я бы что-нибудь готовил, и это не получилось бы приготовить, получилось бы невкусно, можно просто взять вот так вот и выкинуть. Шутка. Нельзя мусорить на улицах.
Вообще угловые квартиры, они в Таиланде ценятся за счет того, что минус один сосед. В России не предпочтительно покупать такие квартиры, потому что они промерзают. В Таиланде наоборот. И более того, посмотрите, какие здесь высокие потолки. Вот у меня рост 1,83 м, высота потолков здесь идет 2,6 м. Такая же будет в Marina Golden Bay. За счет того, что потолки высокие, пространство кажется более емким. Спальня похожая на 35 квадратов, просто чуть-чуть побольше. Кстати, если мы уже говорим о City Garden Tower, то цены здесь стартуют от 4,5 миллионов бат. Опять же, не забывайте, что это готовое, сданное в эксплуатацию здание. Когда проект строился, цены были примерно такие же, как на сегодняшний день в Marina Golden Bay. Поэтому, покупая на этапе строительства, у вас есть четкое понимание, что ваша квартира вырастет в цене, и когда вы захотите ее продать, можете продать с неплохой маржой. Помните, на макете я отметил, что много балконов в каждом из зданий в проекте Marina Golden Bay. Эти балконы, они открыты для общего доступа, то есть любой из жильцов, либо арендаторов может подняться, посмотреть на город. Вот один из таких балконов, который находится в City Garden Tower. Мы сейчас на 25 этаже. Вот это вся набережная. Это центральная набережная Паттайи. Вот там Паттайя Сити. Там начинается у нас Walking Street, там начинается Пирс Балихай. Вот это большая зеленая гора. Это район Пратамнак. Я не знаю, получится у нас передать это камерой или нет, но отсюда видно смотровую площадку. И если на самом левом посмотреть, там, ну вот я отсюда вижу Золотого Будду. То есть это район Пратамнак. Marina Golden Bay строится на улице Тепразит. Эта улица знакома каждому нашему туристу по ночному рынку, который существует на этой улице и работает каждую пятницу, субботу, воскресенье с 6 часов. Но ночной рынок, он находится на пересечении с улицей Сухумвит, это в той части, а наш проект находится вот прямо здесь. Ориентиром, основным ориентиром для нас будет дом, который вы отсюда видите. Тут широкая высотка, это Супалай. И очень красивый театр, который называется Делак. Его построили в прошлом году, там проходит потрясающее представление. Marina Golden Bay находится буквально в 1 километре от театра Делак. Ну что хочется сказать, проект очень крутой, с офигенной локацией, с хорошими ценами. Я, кстати, совсем забыл сказать самое это интересное. Это самые недорогие квартиры на сегодняшний день, это студии. Просто шоурумов и свободных квартир даже нету в City Garden Tower. Поэтому мы и не показали студии. Но на сегодняшний день студии стартуют от 2 миллионов 300 тысяч бат. При условии, что эта рассрочка идет практически на 3 года. Для Паттайи это потрясающее предложение. Причем я говорю цену за студию примерно там 10-12 этаж. С этого этажа уже открывается вид на море. Итак. Не стесняйтесь писать нам в WhatsApp, звонить нам по телефону, на горячую линию в Россию. Не забывайте оставлять комментарии, подписываться на наш канал и ставить лайки. А на сегодня я с вами прощаюсь. Это была Паттайя Град, Marina Golden Bay. Это был январь 2019 года. Всем пока!